Можно? Да. Дорогие мои друзья, дорогие мои зрители в Соединенных Штатах Америки, я с радостью хочу объявить свой американский тур, который пройдет в октябре и в ноябре этой осенью. Итак, 19 октября я выступлю с новой программой в Майами, 20 октября в Шарлотте, 22 в Атланте, 23 в Тампе, 24 октября в Вашингтоне, 26 октября в Нью-Йорке, 29 в Балтиморе, 31 в Филадельфии, 2 ноября в Бостоне, 3 ноября в Чикаго, 5 ноября в Хьюстоне, 7 ноября в Далласе, 9 ноября в Денвере, 10 ноября в Сиэтле, 13 ноября в Сан-Франциско, 15 ноября в Сан-Диего, 16 ноября в Лос-Анджелесе. Жду вас всех на моей новой концертной юмористической программе «Прекрасное недалеко». Вот, начнем с Майами, закончим Лос-Анджелесом. Я уже, видите, практически на концерте. Нет, это, как вы понимаете, следы прошедшего и